Собрались вместе ради улыбки. В минувшие выходные актовый зал Дома национальности наполнился добрыми и небезразличными людьми. Все они пришли на благотворительный концерт в поддержку больных орфанными, то есть редкими заболеваниями. В программе не только танцевальные и вокальные номера, но и разговоры о большой проблеме, игнорировать которую организаторы благотворительного проекта просто не могут. Наша задача сегодня сказать, что мы вместе, мы можем взяться за руки и помочь друг другу. Если там где-то нематериально, хотя бы психологически друг друга поддержать. И сегодня приехали нас поддержать коллективы, музыкальные, танцевальные коллективы, как нашего города, так и ближайших городов. На сцену поднимались не только профессиональные коллективы, но и люди с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели поделиться с гостями теплом своего сердца. Алла Нурмагомедова подарила трогательную и в то же время символичную песню про непохожую на остальных девушку, которая, несмотря ни на что, нашла свою любовь. Не обязательно какие-то материальные ценности, не обязательно деньги, не обязательно вещи, да, а вот какая-то моральная поддержка, слова, важные слова, которые помогут и промотивируют, и дадут, не знаю, шанс улыбнуться. Вот. И мне кажется, это важно, когда мы все вместе, когда мы помогаем друг другу. Такие благотворительные концерты помогают нашему обществу сплотиться и задуматься над проблемами, с которыми орфанники борются всю свою жизнь. Максим Серебряков, РТВ Иваново.